21 августа стало богатым на праздники. Сразу 7 населенных пунктов городского округа Зарайск отметили свой день рождения. Поселок Зарайский встретил жителей и гостей тематическим концертом. Каждый присутствующий мог стать участником импровизированного морского круиза. Ведущие в тельняшках приглашали гостей отправиться в путешествие по морю поздравлений и хорошего настроения. Здесь юные матросы исполнили ритмичный танец, а опытные мореплаватели спели хорошо знакомые и любимые многими песни. Поздравил жителей поселка Зарайский заместитель главы администрации по градостроительной деятельности Андрей Шолохов. Дорогие жители поселка Зарайский, от имени главы городского округа Зарайский сердечно вас поздравляем с праздником. Желаем вам добра, счастья, всего, что пожелаете исполнения всех ваших мечтаний, а также уюта и развития поселка Зарайский. Ура! Теплые слова в адрес жителей поселка сказал и начальник Каринского территориального отдела Сергей Швага. Хочу от себя тоже лично поздравить всех с праздником, пожелать крепкого здоровья. И как заведено у нас на Дне деревни подвести небольшие промежуточные итоги. В этом году мы с вами вместе хорошо потрудились и добились кое-каких результатов. А конкретнее могу сказать, что мы в этом году с вами посадили Туи, Лес Победы так называемый, получили с вами большую губернаторскую детскую площадку по программе губернатора нашей Подмосковья. Это ваша заслуга, вы принимали в этом активное участие, голосовали, переживали, и мы эту детскую площадку шикарную получили с вами. Также хочу сказать, что мы с вами вместе наводим порядок в нашем поселке. Андрей Вячеславович сказал, чтобы наш поселок процветал, поэтому поистине хочется, чтобы действительно наш поселок процветал, но для этого еще нужно нам с вами приложить немало усилий. И с такими жителями не сложно. Не сложно, конечно. Жители у нас очень активны, и мы очень рады тому, что наше совместное сотрудничество приносит плоды. В завершении официальной части праздника Андрей Вячеславович и Сергей Васильевич наградили активных жителей поселка благодарственными письмами. В этот вечер день рождения деревни отметили и жители Авдеева. Почетных гостей в лице заместителя главы администрации по социальным вопросам Раисы Гулькиной и начальника Каринского территориального отдела Сергея Швага организаторы мероприятия встретили с хлебом, солью и сочными наливными яблоками. Раиса Дмитриевна и Сергей Васильевич поздравили присутствующих с праздником и наградили благодарственным письмом самую активную жительницу деревни Авдеева. Позвольте поздравить от имени главы городского округа Зарайск Виктора Анатольевича Петрущенко и от себя лично с таким замечательным праздником, Днем деревни. 1529 год. Вам о чем-нибудь эта дата говорит? Вот именно тогда впервые упоминается деревня Авдеева. И сегодня эта деревня живет, процветает, развивается. Желаю всем вам счастья, любви, здоровья, благополучия. Пусть исполняются все ваши пожелания и мечты. А деревня, любимая, красивая, пусть будет краше и любимее вами. Берегите то, что вы все имеете, что мы с вами имеем. И в этом будет наше счастье. Уважаемые жители, дорогие друзья! Очень приятно сегодня находиться здесь на празднике на Дне деревни Авдеева. Наша деревня имеет свои такие исторические глубокие корни. И я бы хотел сказать, что, наверное, жители наши – это достояние нашего государства, нашей страны. Сегодня от себя хочется поздравить вас с замечательным праздником, с Днем деревни. Пожелать вам всем крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого наилучшего. Раиса Дмитриевна, нам сегодня с вами честь огромная. Благодарственным письмом от главы городского округа Зарайск
награждается Горчакова Валентина Николаевна. Спасибо вам большое за ваше неравнодушие ко всем тем делам, которые вы всегда требуете от нас, от руководителей городского округа Зарайск. Ну и здоровья вам крепкого. Здоровья вам крепкого. Это слезы радости, я так понимаю. Хлебом и солью встречали своих гостей и жители деревни Протекино. Здесь было шумно и многолюдно. Работали аниматоры, желающие могли прокатиться на конном экипаже. Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко поздравил присутствующих с днем деревни. Села сделано очень много. Очень много делается. И хотелось бы, чтобы вот весь такое хорошее настроение, праздничное настроение, чтобы оно было здесь всегда. Все, что касается нас, мы постараемся это сделать. Всем вам, дорогие мои, крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи, улыбки. Ура! Виктор Анатольевич наградил благодарственными письмами активных жителей деревни Протекино. Поздравила присутствующих и председатель Совета депутатов Елена Белкина. И хотелось бы вам пожелать здоровья всем, счастья, благополучия, мирного неба, и чтобы ваша деревня развивалась, а вы были в ней счастливы и любили ее, и деревня вас любила. Всех благ вам, с праздником вас! Всем врагам на зло, пусть будет праздник, пусть будет праздник, праздник проказник. Мы желаем вам, пусть будет счастье, море надежд и любви океан. А в селе Чулки Соколова праздник был в стиле летнего кафе. Романтические песни, столики возле импровизированного моря погружали гостей в атмосферу курортного отдыха. Глава муниципалитета Виктор Петрущенко поздравил жителей с днем рождения села. Я хочу поздравить вас сегодня с этим праздником. Пожелать вам всем крепкого-крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы улыбка с ваших лиц никогда не пропадала. И чтобы у вас всегда был повод радоваться жизни, улыбаться. С праздником вас! Жители села также были награждены благодарственными письмами. Добрые слова сельчанам сказала и Елена Белкина. Но и здесь не обошлось без сюрпризов. Присутствующим на мероприятии предложили завязать ленточку на счастье и загадать желание, которое обязательно должно исполниться. Такой возможностью воспользовались и Виктор Анатольевич, и Елена Алексеевна. Это был насыщенный вечер, каждый праздник был не похож на другие. Но объединили их хорошее настроение и множество развлечений для взрослых и детей. Алена Непша, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.